Madani, il coach è Marcin Stanislavski. Signori e signori, tutti in piedi per l'inno nazionale dell'Ucraina. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Ukraine. Signori e signore, ora rimanete in piedi per l'inno nazionale della Polonia. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of Polska. Второй групповой этап квалификации к чемпионату мира 2017 года на Багамах готов начаться. И мы с вами смотрим прямой эфир из итальянского Эзола. И в нашей группе играют сборные Украины, Польши, России и Молдовы. И мы уже выигрываем 1-0. Вот это да, и 15 секунд не прошло.
А уже Олег Зборовский забивает. Я Максим Верховых, и мы в прямом эфире, и очень быстро усилиями Олега Зборовского открываем счет в поединке против поляков. Главный партнер Ассоциации пляжного футбола Украины и партнер национальной сборной Украины по пляжному футболу «Паримач». «Паримач» играют они, побеждаете вы. Давайте посмотрим. Корничук после вброса аута головой скидывает на дальнюю стойку, и там очень здорово из-за спины Доминика Депте выскакивает. Небольшой, но очень настойчивый Олег Зборовский. Сейчас становится 1-0. Поляки очень неприятная команда для подопечных Евгения Вареницы. Дело в том, что с поляками за последние 3 года мы провели 3 поединка. И в 3 поединках проиграли. Подопечные Евгения Вареницы очень хорошо помнят недавнее противостояние Польши и Украины 12 августа в Шиофоке, если не ошибаюсь. Польша и Украина сыграли в ничью 3-3, а по пенальти победили поляки. И это единственное поражение нашей сборной в Евролиге в этом сезоне. Ну и испанцам мы проиграли. Ну это если говорить о командах не из топ-списка. Составы команд называю нашу сборную. Первый номер — Владимир Гладченко. 12-й Виталий Сидоренко. 8-й Роман Пачев. 3-й Максим Войток. 4-й Константин Макеев. 5-й Виктор Пантеличук. 9-й Олег Зборовский. 10-й Дмитрий Медведь. 11-й Александр Корничук. 13-й Иван Глуцкий. 14-й Юрий Щерица. 18-й Евгений Рябчук. Евгений Вареница — главный тренер сборной Украины. Медведь сейчас с мячом на чужой половине поля. У него 2 варианта: на Зборовского и на Корничука. Направо он отыгрывает на Корничука. Ну и уже подключается Гладченко. Герой матча против сборной Чехии. Оформил наш голкипер красивейший дубль. 2 дальних удара Гладченко сначала попадали в перекладину, а потом залетали в ворота. А еще один удар попадал в стойку и залетал в ворота. Очень красивые траектории рисовал Владимир Гладченко. Противостоят Гладченку и Виталию Сидоренко сегодня вот такие футболисты. По их воротам будут всячески бить и напрягать обстановку. Это Мариуш Гасинский, 1-й номер, 12-й Мацей Марчиньяк, 5-й Томаш Ленард, 7-й Виктор Дзёбер, 8-й Богуслав Сагановский, 9-й Лукаш Стасик, 11-й Петр Крепчарок, 14-й Якуб Ясиновский, 17-й Камил Кухарский, 18-й Филипп Гак, 19-й Доминик Депта и 20-й Карим Мадани. Мартин Станиславки, тренер этой команды. Ну что ж, 1-0, 2-0, 2-0. Очень просто пока сборная Украины забивает. И вот Корничук отличился дальним ударом. Хорошая команда, топ-команда в пляжном футболе, безусловно, обладает футболистами, которые способны забивать дальними попытками. Если посмотреть на то, как играют, например, команды не топ-класса, то там количество ударов дальних минимальное и уже еще меньше процент их попаданий. Богуслав Сагановский и Ленард разыгрывают этот первый мяч и пробивают мимо. Еще вчера сборная Украины готовилась сегодня в это время играть против сборной Молдовы, но вечером появилась информация о том, что организаторы меняют регламент, и сегодня соперником украинцев будут поляки. Вот такая вот ситуация, по какому-то там рейтингу высчитывали эту комбинацию. В итоге вот менее чем за сутки до матча, до первого матча второго группового этапа, у нас меняется соперник. Не все к этому были готовы. Ну, в принципе, не только вот украинцы растерялись, как рассказал наш телезритель Станислав Якубовский, который находится в эти дни рядышком с нашей сборной. И россияне тоже были растеряны. И белорусы немножко были предупреждены заранее, возможно, даже быстрее, чем
некоторые другие сборные. Но не в том смысле, что к белорусам здесь какое-то особое отношение. Тут вроде бы как, по мнению Станислава, нашего телезрителя, у тренера белорусов Марка Октавия есть источники, приближенные к федерации, и там быстрее до него информация доходит. Но и до сих пор непонятна, кстати, ситуация с... пятым местом для европейских сборных на чемпионате мира до сих пор не решено. Вы представляете себе, до сих пор не решено, будет ли дополнительное пятое место для европейцев на чемпионате мира. То бишь ситуация будет корректироваться организаторами по ходу турнира. Невероятно просто. Просто, просто не подается какому-то логическому изъяснению вся эта ситуация. Ну, бог с ними. Пусть будет так. А... поляки забивают. Богуслав Сагановский. Надо же. 2-1. Так, вроде бы скромно, так в сторонке разыгрывали свои комбинации, мяч поляки, но тем не менее, тот дошел до Богуслава Сагановский и, посмотрите, забил прекрасным ударом через себя, бисеклета. Легенда пляжного футбола. Польша забивает свой пятый мяч на этом турнире. Польша на этом турнире играла на первом групповом этапе с эстонцами, датчанами и испанцами. Польша выиграла у эстонцев 5-3. Сагановский там оформил хит-трик. Потом Польша играла с Данией и выиграла 5-1. Сагановский отличился один раз. Ну и вот вчера Польша заканчивала с испанцами и проиграла 2-4. Вчера вот в этом матче Польша-Испания решалось, кто будет участником нашей группы. Группа с участием России, Украины и Молдовы. Сейчас будет пробиваться очень опасный стандарт от красного флажка нашей команды. Максим Байток будет наносить этот удар. Шесть с половиной минут до конца. Удар Байтка. Мяч пролетает рядом со стойкой. Расскажу о других квартетах. Еще три квартета. Это первый — Германия, Италия, Чехия, Венгрия. Франция, Беларусь, Греция, Португалия, Испания, Азербайджан, Турция, Швейцария. Крепкие квартеты, согласитесь, неприятные квартеты. Тут уже есть и интересные результаты. Например, сегодня белорусы проиграли французам со счетом 2-3 по пенальти. Основное время закончилось 4-4. Здорово играл в основное время Игорь Бриштель. Забивал красивейшие мячи, супер полезно действовал для своих партнеров, но в итоге именно его неточный удар в серии пенальти подвел сборную Беларуси, и французы победили. 3-2, набрали один пункт. Напомню, в пляжном футболе победа в серии пенальти приносит победившей команде одно очко. Победа в дополнительное время — 2 очка, и в основное время — 3 очка. Также сегодня сыграют Испания, Азербайджан, Турция, Швейцария, Молдова, Россия, Греция, Португалия, Чехия, Италия. Завтра мы в 12:30 в прямом эфире. Если ничего снова-таки не поменяется, у организаторов не произойдет какой-то сдвиг по графику, то в 12:30 Украина, Молдова.
А Россия-Украина в 16:15 9 сентября. Это будет супер зрелище. Зрелище, которое, скажу, что я ждал еще в суперфинале Евролиги 2016 года, но россияне непостижимым образом упустили свою возможность сыграть в финале. Очень интересно, потому что с россиянами в Евролиге мы очень редко встречаемся. И, наверное, это единственная сборная, которую вот хочется обыграть. Тем более, что в этом году на Кубке Европы мы проиграли подопечным Михаила Лихачева. Хочется посмотреть на нашу сборную в игре с похожими, наверное, на нашу команду футболистами по характеру, по какому-то менталитету. Потому что команды другого топ-уровня, да, Италию, Португалию, Швейцарию, Испанию, мы все их обыгрывали даже в этом году. А вот с россиянами встречаемся редко, и наше превосходство, в первую очередь, как по мне, над перечисленными сборными с Западной Европы, это то, что мы физически сильнее, а вот с россиянами будет сложно, русские примерно по физике также сильны, как и мы. Вот и посмотрим. Пачев на левом фланге. Против него Зёбер не дает разыграть мяч вперед. Пачев вынужден отыгрывать назад на Владимира Гладченко. Гладченко вбрасывает на правый фланг. И вроде бы неплохо задумал, но только Макеев не смог догнать этот заброс. Менее 3 минут остается. Последний раз сборная Украины побеждала поляков в европейской квалификации Кубка мира 2013 года. Ух ты, как опасно. Украина тогда выиграла у Польши 7-4. Тогда... У нас Роман Пачев забил 4 мяча, по-моему. Также забивал Андрей Барсук и Олег Зборовский. Поляков дубль на счету был у Витальда Зёбера, и один гол забил Богуслав Сагановский. Тогда нашу сборную возглавлял Сергей Кучеренко. Вот Роман Пачев. Он хорошо помнит тот матч, наверняка, о котором я говорил, в котором наша сборная последний раз обыгрывала поляков, по-моему. Так квалификация проходила в Москве, и наша сборная там попала в призеры. На чемпионат мира точно пробилась. Ну что ж, в целом для поляков первый период, можно сказать, что заканчивается вот за минуту до сирены неплохо. Команда пропустила быстрых 2 мяча от Боровского и Корнейчука. Но все-таки нашла в себе силы и сократила отставание в счете. Более того, Богуслав Сагановский, смотрите, что делает Богуслав Сагановский. Нагнетает обстановку в прямом смысле. Еще один удар бисиклетой из-под щирицы и вручает Гладченко. Сугановский, кстати, в матче против сборной Украины, в котором его команда победила по пенальти в Евролиге этого сезона в Шоуфоке, не забивал. Там дублем отметился Даниэль Барон, но сегодня Барона нет. И снова Сагановский мы видим
опасно играть. Ну что ж, 2-1 наши выиграли первый период. Большая игра уже здесь. Париматч, главный партнер Ассоциации пляжного футбола Украины и партнер национальной сборной Украины по пляжному футболу. Париматч. Париматч. Играют они, побеждаете вы. Грають вони, виграєте ви. Пресс-бол. Читайте на сайте pressball.by. А лучше покупайте в киоске. Багатопрофільний центр «Борис» бажає гарного перегляду. 1522 зі стаціонарного або 238-400. «Борис» – це завжди допомога. Возвращаемся мы на пляжную арену в итальянском Изола. Здесь футболисты тщательно подготавливают себе временное пристанище. Голкипер сборной Польши вычищает себе позицию. Двое футболистов сборной Польши вычищают себе позиции для того, чтобы разыграть максимально комфортно этот стандарт с центра поля. Ох-хо-хо-хо! Вы слышали, как стойко зазвучало? Не такой невыразительный стук был, но все-таки был. Виталий Сидоренко. Сейчас немножко сердечко, я думаю, у него ёкнуло. Поляки очень неприятные ребята, настырные. Даже если им забить 3, 4, 5 мячей, они все равно будут сопротивляться. Корнейчук. 3-1. Дальний удар. Наш капитан. Очень важный гол. Очень мощное начало нашей команды. И тут один из источников записал гол на Корнейчука. В первом периоде, который забил Алекс Боровский. На нашего 33-летнего футболиста. Но я думаю, не стоит этого делать. И вот два мяча он забил, получается, Польши. И один гол сборной Грузии. Это третий гол его на турнире. Сегодня уже прошли, как я уже говорил, два матча. Беларусь уступила Франции по пенальти. А Венгрия проиграла Германии со счетом 2-4. В 10 утра начинался этот поединок. Ну, а матчах, которые будут, я уже говорил, в частности, будем наблюдать за тем, как молдаване будут играть против россиян. Конечно, надежды минимальные, потому что молдаване на этом этапе проиграли, например, португальцам в первом групповом турнире. Португальцам, которые соотносимы по уровню с российской сборной, 0-15. Молдаване выиграли у англичан 3-0 и у Румынии 7-3, то бишь у себе подобных. Поэтому на молдавскую сборную, конечно, надеяться не стоит.
Наша сборная, напомню, играла в группе F. Должна была играть со сборными Австрии, Чехии и Грузии, но в итоге австрийцы не приехали в самый последний момент. Заменить их никем не смогли. И наша сборная провела всего два поединка. Выиграла Грузию 7-4 и разнесла в пух и прах вчера чехов 9-0. Виталий Сидоренко поддержал вчера голевые начинания Владимира Гладченко и тоже забил один гол дальним ударом. Сейчас поляки со своей половины поля будут бить по нашим воротам. Такой удар-заброс в штрафную. Щерица разворачивается. На песке это довольно сложно сделать. Кстати, вчера здесь дождь прошел. Ливень. И песок, я смотрю, немножко влажный. Это немного меняет характер игры. Получил повреждение футболист сборной Польши. Щерица пробивал по воротам, голкипер выручил. Сборная Польши в рейтинге сильнейших сборных мировых занимает 37-ю позицию. И 14-ю, если говорить о позиции в Европе. Ну а сборная Украины в этом месяце, благодаря своей победе в финале Евролиги 2016 года, благодаря тому, что стала чемпионом Европы, поднялась на несколько позиций вверх и стала командой топ-десятки, мировой топ-десятки, заняла 9-ю позицию. Ну, а в Европе наша команда замыкает топ-шестерку. 6 команд европейских, которые определяют уровень европейского пляжного футбола. Португалия, Россия, Италия, Швейцария, Испания, Украина. Долгое время Украина не могла подтянуться к первой пятерке, была где-то... С одной стороны, не принадлежала командам уровня Венгрии, Беларуси, Франции, Англии, Германии, Чехии, Греции, Польши. Тяжело было нашу сборную туда отправить, но с другой стороны, тяжело было нашу команду сравнивать и с испанцами, швейцарцами, итальянцами, россиянами и португальцами. Это вот последние годы такая ситуация была. Но вот с прошлого сезона наша сборная, конечно, настолько прибавила, что теперь уже... Многие задаются вопросом, как долго Украина будет в топ-шестерке именно на последнем месте, топ-шестерке европейских сборных на последнем, потому что действительно уровень нашей команды сейчас, как по мне, мяч чуть сейчас не залетел в рамку ворот, после рикошета будет угловой, как по мне, ну, наша сборная спокойно может находиться в топ-тройке, обходить испанцев, швейцарцев и итальянцев. И где-то вот быть на уровне с россиянами и португальцами. Ну, понятное дело, что в мировом рейтинге это дело тяжелое, потому что там учитываются выступления, стабильность за годы, стабильность результатов за долгие годы. Поэтому нам как раз вот эту стабильность и нужно. Ситуативно, да, мы где-то в топ-тройке. Но а если на долгую брать, на длинную дистанцию, то действительно Украина только начинает свой рассвет. Богуслав Сагановский получил подарок от наших футболистов. Мяч в штрафной площадке, но пробить соперника не смог Виталий Сидоренко. Поэтому нам нужно будет, конечно, много времени потратить для того, чтобы приблизиться хотя бы к итальянцам. Мы можем обойти еще испанцев, швейцарцев. Тут за год, да, например, успешных выступлений, таких, которые сейчас демонстрирует наша команда и подопечная Евгения Вареницы. Но чтобы ворваться в тройку, добраться до итальянцев хотя бы, здесь нужно 2-3 года
действительно побед. Выходов в решающие стадии соревнований. Три один. Дубль Корнейчука и один гол Зборовского. Мяч на нашей половине поля. Футболисты в желтой форме не торопятся. Впрочем, и голкипер в белой форме тоже никуда не торопится. Торопиться нам действительно не стоит. У нас серьезный отрезок впереди. Завтра молдаване, потом россияне. Решающий поединок. Нельзя много тратить сил. И при этом нельзя тратить, безусловно, баллы. Нужно побеждать. Как-то потемнело сейчас в Изоло. Вы заметили? Картинка прям моментально стала темной. Неужели снова над пляжем густились тучи? Вчера здесь была прям гроза и ливень. Вайток. Долго-долго мяч держит, тем самым пытаются, наверное, раздражать поляков, которые очень хотят этот мяч все-таки забрать. Петр Крепчарик отдает свою позицию Богуславу Сагановский. Дальний удар, плотный левой ногой в исполнении Дмитрия Медведя. Мяч в руках Мариуша Гасински. Еще один заброс к воротам. Богуслав Сагановский разворачивается, но до футбольного снаряда ему добраться не удается. Заработали сейчас футболисты сборной Польши. Важный стандарт. Карим Мадани. Но Карима удар получился легким для Виталия Сидоренко. А вот это уже атака. Как же умеет зависать Олег Зборовский в воздухе. Просто Майкл Джордан в пляжном футболе. Thank you.
Гагаринка. Но это такой вот удар, который отправил мяч за пределы даже, наверное, арены. Пачев. Пачев может пробить. Долго готовит он этот удар, но тем не менее выстрел получается интересным и неприятным. Ну и арбитр делает комплимент сейчас Мариушу Гасински за свою реакцию в этом эпизоде. Ну, Гасински не очень доволен этим комплиментом. Отвергает он его. Убеждает арбитра в том, что я вообще не трогал. Мяч пролетел мимо ворот и очень далеко. Угловой быстро разыграли, и там Гасински снова пришлось выручать. Рябчук. Назад. Пачев на Сидоренко. У Сидоренко справа есть вариант отыграть на Макеева. Сидоренко решает пробить. Пачев, Сидоренко, ну вот солнышко снова вернулось у нас на побережье Адриатического моря. Полторы минуты, Украина уверенно побеждает 3-1, но это, конечно, разница минимальная в пляжном футболе. Поляки с их неспокойным характером, безусловно, могут еще и в концовке второго периода попить крови. И в третьем периоде тоже могут попить крови. И не просто попить крови, но и с удовольствием оттяпать один из органов. А нам нельзя ни в коем случае, потому что только победитель группы выходит на чемпионат мира в Багамах. Нам нужно максимальное количество очков. Потому что ни победа в дополнительное время, ни победы в серии пенальти, они нам не нужны, по сути. Своих соперников своим умением в сложнейшей ситуации выкрутиться и пробить через себя. Мы сейчас были очень близки к линии ворот, причем голкипера на этих самых воротах не было, но мяч не дошел до Зборовского. Менее 10 секунд осталось во втором периоде. Наша команда будет пробивать стандарт. Сделает это Андрей Медведь. Прошло время, Виталий Сидоренко торопится, удар, нет, удар не получается, звучит сирена, финальная для второго периода. Еще одна 12-минутка у нас впереди, 3-1 сборная Украины выигрывает. Большая игра уже здесь, пари-матч, главный партнер Ассоциации пляжного футбола Украины и партнер национальной сборной Украины по пляжному футболу. Пари-матч, пари-матч, играют они, побеждаете вы. Грають вони, виграєте ви.
Пресс-бол. Читайте на сайте pressball.by. А лучше покупайте в киосках. Багатопрофільний центр «Борис» бажає гарного перегляду. 1522 зі стаціонарного або 238-400. «Борис» – це завжди допомога. Da oggi la seconda fase di queste qualificazioni della zona europea per i mondiali 2017 in Bahamas. Sono rimaste 16 nazionali europee divise in 4 gironi. Le vincitrici di questi 4 gironi saranno le 4 qualificate per i mondiali Bahamas. Quindi oggi, domani e dopodomani ci saranno tutti gli incontri che determineranno le quattro. Ricordo l'appuntamento per la nazionale italiana questa sera alle 17:45. Максим Войток и Алекс Боровский разыгрывают мяч из центра поля. Мяч достается теперь уже Дмитрию Медведеву. Тот сходу пробивает. Показалось, что эта передача была уже импровизацией. Не так все задумывалось с самого начала. Обычно вот подобные удары из центра поля в начале периоды и после гола они более продуманные. Медведь, удается ему обойти Ленарта. С мячом пасует на Корнейчука. Корнейчук у центральной, части поля отыгрывает здорово на Зборовского. Ну и Зборовский, как всегда, умело находит возможность для удара через себя бисеклетой. Поляки своим шансом тоже воспользовались, получили возможность пробить, это делал Карим Мадани. И снова Мадани после розыгрыша углового цепляется Мадани. И еще одна возможность от Карима. Но футбольный снаряд пролетает над воротами. Зборовский снова через себя. На месте Марчиньяк. Занял он место в воротах. Бяло-червоні сейчас с мячом. Но в этом матче они не бяло, а червоні. Прострел на дальний красный флажок. Максим Войток убирает мяч у Карима Мадани. Смена нашей четверки. Выходит Макеев.
выходит Патчев. Нашим не удалось забить быстрый мяч, как они любят делать в начале периода. Ну, посмотрим, не такая уж эта проблема, мне кажется, не так уж это сложно пережить. Учитывая, что есть хоть и скромные, но такие преимущества. Крепчарик. Тут его придерживают. Ну, Крепчарик к его чести не стал падать там, выпрашивать штрафной. Хотя мог спокойно это делать, и никто, я думаю, его и не пожурил. Зборовский. Здорово сейчас внешней стороной стопы выбрасывает мяч на ход Щирицы. Щирицы не хватило буквально полметра до того, чтобы воспользоваться этим шансом и как-то этот мяч отправить поплотнее в сторону ворот Марчиньяка. Макеев. Ясиновский не особенно рискует атаковать Макеева, но тут пришел Петр Крепчарик, и вдвоем они мяч отобрали. Теперь футбольный снаряд прыгает в штрафной площадке нашей сборной и в итоге допрыгался до сетки. 3-2. Вот минимальное уже расстояние между нами, желто-блакитными и бело-червоными. Дзёбер, Витор Дзёбер. Футболист, который очень сильно любит забивать наши сборные. Шоу Фоке. Дзёбер забил один из мячей. Тогда этот мяч подарил шанс польской команде сыграть дополнительное время. 3-3. Он сделал счет. Виталь Зёбер забивал в 2013 году в Испании в Торо Дембаро в суперфинале, когда наша сборная проиграла 1-3 полякам. Ну и Виталь Зёбер забивал два мяча. Ворота сборной Польши в ворота сборной Украины в 2013 году, когда Украина выиграла на европейской квалификации Кубка мира 7-4. Войток получил неприятное повреждение. Понадобится время, чтобы обезболить. Поляки таким аппетитом смотрят на футбольную площадку. Наши же немножко, мне кажется, подвымотались эмоционально. Ну вот не получилось. Мне кажется, самая большая проблема — забить еще один гол. Вот пару мячей надо было забить во втором периоде, и было бы поспокойнее, чтобы мы уходили на последний перерыв с преимуществом в 3 гола. А так уходили в 2, и в итоге поляки почувствовали свою возможность. Войток. Добывает угловой для сборной Украины. Ой.
Наши пытаются сейчас не давать полякам возможностей приближаться к воротам Владимира Гладченко, но откровенно, если говорить, то поляки в целом эти возможности все-таки находят. И вот, например, угловой, который подавал, правда, неудачно Томаш Ленард. Карим Мадани на Ленарда. Ленард на противоположный фланг, фланг на Доминика Депту. Тут Богуслава Сагановский. Сагановский пробивает через себя из-под Корнейчука. Корнейчук просит прощения у своего голкипера за то, что позволил Богуславу вот так вот пробить. Но Гладченко молодец. Якуб Ясиновский снова на Сагановский. Очень хороший повтор. Очень важная реакция Мартина Станиславски. Менее 5 минут в этом напряженном поединке. Первом поединке второго группового этапа. У нас группа номер 3. Украина, Польша, Молдова, Россия. Удар очень близко, очень близко. Богуслав Сагановский и его польские партнеры требуют арбитров назначить угловой удар. Вайток. Ну и Вайток сейчас получит предупреждение за то, что после свистка мяч отбросил в сторону, таким образом затягивая время для возобновления поединка. Мадани немножко поддавил, обратил внимание на этот поступок арбитров, и в итоге Вайток получил предупреждение. Ух ты! И мяч все-таки пролазит в наши ворота. Ой-ой-ой. 3-3. Карим Мадани. Вы знаете, я... не осмеливался выделять этого игрока. Но он очень хорош. Молодой. Я, если честно, первый раз вижу Карима Мадани в составе сборной Польши. То, что он молод, это заметно. Ну и заметна его какая-то вот... агрессия хорошая такая. Продуктивная агрессия. Футбольная, спортивная агрессия. Вы смотрите, как он борется за команду. И, о боже, 4-3. Ничего себе, Клепчарек. Вот это да, я тут унывал по поводу того, что наша сборная может доиграться до того, что не возьмет максимум очков в этом матче. А наша сборная сейчас вообще близка к тому, чтобы продуть, извините за это слово. Но когда вот так вот события развиваются, другого слова на языке и не появляется. Просто можем сейчас продуть. Что делать? Это анабиоз, в который вошли наши футболисты при счете 3-1, он, конечно.
менее 3 минут, и нам нужно забивать не один мяч. Нет, не один, нам нужно забивать 2 мяча. Ну, может, и не 2 мяча, можно, в принципе, давайте поразмышляем. Можно попытаться, ладно, уже там выиграть хоть как-то сегодня, но тогда нужно, конечно же, ну, в принципе, и так нужно было бы обязательно побеждать сборную России. Угловой. Вот пытаюсь найти информацию по Кариму Мадани, ну, нет, очень мало по польской сборной пляжной информации, откуда, кто он. Может ли наша команда теперь вот вернуться в то состояние боевое? Пока не похоже. Пока не похоже. Даже комментировать это все сложно. Ну же, Зборовский решил пробить сам, мог отыграть на партнера. Да, есть возможность. Удар! Роман Пачев рядом со стойкой мяч сейчас просквозил. Ой-ой-ой-ой-ой! Держите его, Сидоренко. Медведь. Ай-яй-яй, Роман Пачев сейчас попал в песочную ловушку. Нарушает правила против Богуслава Сагановски. Ну, судьи решают промолчать. Медведь. Зборовский пробить не удалось. Зёбер выручает сейчас своего голкипера. Выносит мяч за пределы поля. 7 секунд. Украина близка к поражению. Все, поляки победили нас. 4-я победа поляков подряд над украинской сборной в последних 4 матчах. Просто сказать нечего, если честно. Можно сказать, что танцуют эти ребята сейчас на наших надеждах. Но ничего. Ничего. Русских нужно обыгрывать. Молдаван нужно обыгрывать. Кто забивал сегодня? Вот так все начиналось. Началось все просто здорово.